Расскажем про все результаты чемпионата России. «Зенит» в седьмой раз в сезоне потерял очки. В матче 16-го тура питерцы не смогли забить «Арсеналу» 0-0. Сразу хочется вспомнить, а когда же такое было последний раз? 3 года назад «Арсенал» победил 1-0. Сейчас у «Туляков» серия из 5 туров без побед. 3 поражения и 2 ничьи. В середине октября они последний раз побеждали «Урал». «Краснодар» потерпел поражение от «Химок» 0-1. «Дебютант» взял реванш за сентябрьский разгром в 8-м туре 2-7. «Южане», они же «Быки», в 7-й раз огорчили своих поклонников. Напомню, в прошлом сезоне у команды Мусаева было всего 6 поражений. Денис Глушаков и Мохаммед Кунате организовали гол. Химки выиграли 3-й матч к ряду. В следующем туре у них свидание с ЦСКА. Локомотив увез 1 очко из Грозного. Давайте вспомним, что в первом круге в столице Ахмат был сильнее 3-2. Заглянем в статистику и убедимся, что Ахмат в сезоне 2015-2016 тоже 2 раза отбирал очки у железнодорожников. С учетом кубка, хозяева поля имеют 6 матчей без поражений, 4 победы и 2 ничьи. У москвичей 3 матча без проигрышей. Ростов разгромил Динамо 4-1 в матче с 3 пенальти, таким образом прервав беспроигрышную серию бело-синих из 4 игр к ряду. Это была не просто серия. Здесь динамовцы не проиграли Спартаку, Сочи, Локо и самому Тамбову. Отмечаем хитрик Димы Полоза. На его счету в РПЛ 4 мяча. Наивысшее достижение было в 16-х и 17-х годах, когда он 2 раза забивал по 7 мячей за сезон. Подъехала 4-я победа Урала, которой помогло, безусловно, удаление в составе Сочи. Так сказать, красная карточка в раздевалку. Отметим интересный факт. Сочи в 4-й раз в сезоне остаются в меньшинстве. Алексей Евсеев забивал уже в 2020 году в составе «Факела». Только представьте, с учетом кубка, Урал 6 встреч не знает проигрышей, 3 победы и 3 ничьи. Вторая команда снизу, Уфа, разгромила 3-ю команду снизу, Тамбов 4-0. Только представьте, уфимцы последний раз праздновали победу в премьер-лиге еще во 2-м туре. Удаление произошло при счете 1-0, поэтому сильно повлияло на окончательный счет. Тимур Жамалединов забил 2 раза, 2 паса ему отдал Данченко. Давайте вспомним, что в первом круге был сильнее Тамбов 2-0. Сейчас клуб не побеждает 5 туров подряд. ЦСКА приехал в гости к Рубину, чтобы взять реванш за поражение в Москве, а во-вторых, вернуть себе лидерство в таблице, которую посмотрим позже. Планам армейцам осуществиться не суждено было, ведь Рубин вновь оказался лучшим. Более того, казанцы прервали свою серию из 3 поражений. Автор победного мяча серб Деспотович в этих 3 проигранных встречах участия не принимал. Мне думается, что между Рубином и ЦСКА зарождается новое соперничество. Спартак принимал Ротор. Клубы имели одинаковую статистику выступлений в последних 5 играх. Поражение, затем победа, поражение, ничья, ничья. Спартак вновь оказался сильнее. Напомню, в августе они победили с минимальным счетом. Как видим, в воскресенье завершились все матчи, что не скажешь о следующем туре. В субботу состоится 4 игры. Вся элита сыграет дома. Локомотив Рубин, Спартак примет Тамбов, Краснодар Ротор, Зенит Урал. В первом круге была ничья. В воскресенье 3 матча. Ростов попробует развить свой успех с Уфой. Динамо попробует взять реванш у Арсенала. ЦСКА 4-й матч к ряду проведет в Московской области. Их соперник Химки. В понедельник ставят игру Сочи и Ахмата. Во главе списка бомбардиров значится Дзюба, Набоа, Деспотович. Лучшими ассистентами являются Шиманский, Сантос. Таблица. В субботу у ЦСКА отобрали чистое 1-е место, но после воскресного матча команда Гончаренко вернуть его не смогла. ЦСКА и Зенит самые малопропускающие команды. Прошло уже 16 туров, но у нас явного лидера еще нет. У нас троевластие. Недалеко от лидеров Ростов. Заметьте, очки потеряли все участники Еврокубков. На 5-м месте Динамо, у которого 27 очков. Участники Лиги чемпионов Локомотив и Краснодар затеряли в середине таблицы. 2 последних места занимают Ротор и Уфа. Рекомендую узнать, кто входит в 8-ку претендентов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и как изменилась таблица УЕФА. Услышимся на спортивном.